Эту собаку зовут Гром. Ему около 4 лет. На данный момент он по своим размерам самый крупный пес в приюте «Участие». Попал недавно от прежнего владельца, ушедшего в мир иной. Позвонили, связались с сыном. Ну, сын, он не нужен. И, в принципе, ухаживать, кормить некому. По характеру подвижный, но не суетливый. Присутствуют охранные качества. Абсолютно нормальная собака. Готова к знакомству. Ну и, конечно же, чтобы уделяли время. Уделяли время, а не просто сидел как... Потому что он любит общение. Он вырос как бы с хозяином, не на какой-то там базе. Вот. Здоровенький. Гром надеется, что за ним приедут и заберут его из приюта в свой дом. Звоните 8-927-686-0790.